Георгій Чижов, політолог, координатор експертної групи «Європейський діалог в Україні». Пане Георгій, вітаю. Доброе утро. Чи ви розумієте, як має використовуватися ця допомога? Тобто те, що Україна виділила, це добре, але чи скористаються цим, чи це заспокоює тих лізингодавців, тобто власників літака, що вони зможуть отримати цю допомогу і вони, відповідно, пускатимуть ці літаки до України? Ну, вот это мы должны понять, возможно, буквально в течение сегодняшнего дня, потому что существуют в этой сфере механизмы, связанные действительно со страховкой, и решение Кабмина, экстренно принятое вчера вечером, совершенно непонятно, как учитывает вот этот сложный механизм страховок, перестраховок, которые, по идее, перестают действовать после того, как Россия не ответила на запрос Украины в рамках Венского документа. То есть мы сегодня должны услышать ответ рынка на принятые экстренные меры и понять вообще, сохранится ли авиасообщение в Украине или зарубежные компании могут приостановить сообщение. А від чого це залежить для їх рішення? Ви кажете, віденський документ на нього, як він пов'язаний з перельотами безпосередньо? Дело в том, что поскольку Россия нарушила этот механизм и не дала ответ в течение 48 часов, это означает, в принципе, наступление форс-мажорных обстоятельств, когда обязательства страховых компаний уже не действуют. Все мы знаем, что в договорах пишут про такие форс-мажорные обстоятельства, и вот это как раз они. И поэтому дальше владельцы самолетов начинают действовать на свой страх и риск. И вот именно поиск альтернативного механизма страхования рисков было посвящено вчерашнее заседание Кабмина. То есть мы услышали про почти 17 миллиардов гривен, но до конца непонятно, каким образом эти гарантии смогут заменить обычное страховое покрытие. Пане Георгію, я, наскільки знаю, ви були на цьому літаку SkyUp, який напередодні посадили в Кишиневі замість Києва, правильно? Да, совершенно верно. Ну, розкажіть тоді докладніше про події, в який момент взагалі пасажири дізналися про те, що вони не сядуть в Києві, і наскільки було організовано взагалі доставку вашу, так, пасажирів до місця призначення? Ну, про изменения в нашем маршруте мы узнали в последний момент, когда самолет был уже над Венгрией. Это было достаточно неприятно, поскольку командир корабля объявил, что существует запрет на перемещение самолета в воздушное пространство Украины. Поскольку к тому моменту мы уже почти 5 часов находились в воздухе, точно не знали, что же происходит в воздушном пространстве Украины. И это вызывало большую тревогу. Но, тем не менее, надо сказать, пассажиры себя вели достаточно спокойно, не было никакой паники. Самолет сел в Кишиневе, и вот в Кишиневе пришлось ожидать автобусов, которые заказала авиакомпания. Причем почему-то авиакомпания заказала не кишиневские автобусы, а киевские. И нам пришлось их ждать, наверное, часов 7,5, пока они только приехали. Вот это довольно странно было с точки зрения логистики, потому что, в общем, не спавшие ночь люди, да, не могли понять, что происходит. Кто-то уезжал на такси за большие деньги, кто-то пытался пользоваться местным транспортом. Вы чекали в аэропорту, так? Да, в аэропорту. Там дали по какому-то бутерброду с водичкой, ну, то есть вроде бы о нас позаботились, но хотя это такая не очень значительная была забота. Прибыли представители посольства Украины, аж 4 человека, по-моему, во главе с первым секретарем. Правда, они мало что могли сделать, но, тем не менее, оказывали моральную поддержку, отвечали на вопросы. Надо сказать, не слишком содержательные, ну, так уже усталые люди, немножко в нервах, спрашивали их одно и то же, спрашивали про ответственность авиакомпании и так далее. Тем не менее, они находились с нами все эти 7 с лишним часов, пока не приехали автобусы, и все не были отправлены. Но в итоге вот мой автобус где-то к полуночи только приехал в Киев. То есть мы опоздали практически на час, практически на сутки.
А котрі мали прилетіти, до речі, якщо б рейс приземлився в Києві? В 4 часа ночи он должен был сесть. И вот спустя еще 20 часов мы все-таки добрались до Киева. Ну, тем не менее, да, и авиакомпании, и посольство попытались сделать это максимально комфортно. Ну, единственное, возникает вопрос, почему нельзя было отправить нас какими-то молдавскими автобусами. В любом случае автобусы в одну сторону шли пустые. Чи є якісь додаткові, обіцяють вам, я так розумію, що ні, але насправді запитаю все одно, компенсації за незручності і таке інше, тобто щонайменше людина дійсно добу порушила свої плани усі, і ми вже не кажемо про дискомфорт, але, зокрема, це доставка на добу пізніше. Да, но разговаривать о компенсациях было не с кем, потому что вообще-то компания SkyAir в Кишинев не летает, у них там нет представителя. Поэтому я думаю, в каком-то общем порядке, ну, среди пассажиров были явно юридически подготовленные люди, то есть следует ожидать подачи каких-то исков. Вы контактуете с другими пассажирами? То есть они окремо будут подавать, или они могут от группы осіб, например, связывать, с рештою пассажиров? У вас остались контакты будь кого из других? Да. И думаю, люди будут организовываться какими-то небольшими группами. Люди обсуждали, организовывались. Самое главное... Объявлено было, что это не решение авиакомпании, это решение собственника самолета, лизингодателя. Да? То есть самолет уже обычно выкупается авиакомпаниями по сложной схеме через лизинг. И ущерб, видимо, будет нести авиакомпания. Она уже потратила какие-то средства на нашу дополнительную доставку. И если следует ожидать исков, скорее всего, она будет идти выставлять иски и перевыставлять лизингодателю. Ну вот так мы практически столкнулись с этим механизмом, который уже сегодня может парализовать воздушное движение в небе Украины. Ну, может и парализовать, если вчерашнее решение Кабмина будет каким-то образом в конкретные механизмы выпущено. Пане Георгію, ще цікаво, серед пасажирів загалом, там, чи були діти, чи багато їх було? Тобто, який був склад пасажирів теж, хто, ну, я розумію, що це добу, знову ж таки, що це малі діти, з ними важко впоратися. Чи були такі серед пасажирів? Діти були, але не дуже багато. Надо сказати, що маленькі діти як-то з аеропорту ісчезли ще до підходу автобусів. То есть, по всей видимости, их родителям пришлось как-то решать в индивидуальном порядке. Автобусы садились уже с относительно большими детьми. Так, пане Георгію, і ще запитання, чи плануєте найближчим часом будь-куди летіти, як будете розподіляти свій графік, так, свої плани, в залежності від того, що от зараз не зрозуміло, чи будуть взагалі перельоти? Ну, на ближайшие дни у меня нет таких планов, но тем, кому надо лететь там завтра-послезавтра, рекомендовал бы все-таки очень внимательно следить за новостями, потому что, надо сказать, что это достаточно неприятно, вот, такая ситуация, в которой мы вчера оказались. Хотя, если предстоит вылет с Украины или какой-то сложный маршрут, может получиться еще хуже, потому что вчера, еще раз повторюсь, все-таки попытались о нас позаботиться, хотя это и сутки без сна, да, дороги, вообще в не самых удобных условиях. Так, пане Георгію, ну, в будь-якому разі раді, що ви доїхали і повернулися все ж таки, так і зрештою рейси завершився цей маршрут, шлях. Тому далі будемо, звичайно, стежити за рейсами, сподіватися, що небо буде відкрите і сюди літатимуть. Георгій Чижов, політолог, координатор експертної групи «Європейський діалог в Україні», людина, яка була в літаку, рейс якого вирішили зупинити в Кишиневі, а не в Києві, через відмову якраз власника літака літати над Україною через небезпеку. Ну,